Водитель, будьте любезны, выполните, пожалуйста, законные требования сотрудника полиции, откройте, пожалуйста, свою машину. В присутствии понятых, предлагаю вам добровольно открыть данную машину, потому что в противном случае стекло в вашей машине будет разбито для устранения причины вашего задержания. Еще раз предлагаю вам открыть данное стекло в автомашине и выйти добровольно из автомашины. А вас третий раз будет последний. Третий раз, последний раз вам предлагаю открыть автомашину и выйти добровольно из автомашины, потому что в противном случае будет применена к вам физическая сила. Я вам сейчас объясню, выйдите, пожалуйста, из машины и откройте дверь. Сотрудник полиции вам предлагает выйти из автомашины. Выполните, пожалуйста, законные требования. Законные требования. Больше повторять не буду, сейчас будет разбито стекло, будете в принудительном порядке доставлены из автомашины. Я понял. Открывать машину не будете. Откройте, пожалуйста, автомашину. Автомашину откройте, пожалуйста. Не остановились на неоднократные требования сотрудников полиции. Полчаса назад. На регистраторе есть, как вы не остановились, как вас сюда загнали. Я знаю, что вы спите. Будьте любезны, откройте, продемонстрируйте свои документы и выйдите из автомашины. Я больше повторять не буду, сейчас будет разбито стекло. Вот такие качели происходят. Понятые, слышали? Видели все? Товарищ понятые, слышали? В автомашине открывать стекла не будут. Больше повторять не буду, дверь открывать не будете. Я понял. Товарищ понятые, смотрите. Давай. Велить выполнение законных требований. Уже связались. Территориальный отдел полиции здесь на месте. Сзади вас стоит. О, немного. Давай, можно. Отдел полиции стоит за вами. Бронированный. Я же говорил, что это не так просто. Я тебя с рукой бил. Вон твоя рука бил. Открывайте двери, открывайте. Сейчас стекло все равно разобьют. Этот человек все разбивает. Слышь, надо выйти. Кувалды. Надо фарфор, ручку. Как не разобьешь. Надо, слышь, не прикладом, надо вот эту вот ручку. Да, Володь. Прикладом не разобьешь. Бедюшка это.